уверен в этом на 100%. Ну, если мы говорим про футболистов уровня сборной, да, кандидатов в национальную сборную, любой футболист, любой вратарь, полузащитник и нападающий спокойно пробежит, ну, в пределах, я думаю, 3,5-4 часов на всю дистанцию. Если же будет готовиться хотя бы 3,5-4 месяца, 3-4 раза в неделю специальные тренировки делать, подводящие к марафону, да, то спокойно пробегут много ребят, пробежит там из 3-15 быстрее. А есть ребята, вроде как Саша Головина, который, мне кажется, сейчас может из 3 часов марафон спокойно пробежать без всякой подготовки. То есть это небольшая сложность для любого футболиста, поверьте. Другой вопрос, что им это может не очень хотеться, и смысла там не, они могут не видеть. Но это дело такое же, вкуса. Ну, нюхают они не ватку, да, нюхают они больше как ватку, пропитанную нашатырем, да, нашатырным спиртом. А, ну, считается, что это как вроде, больше, мне кажется, ритуал. Ритуал, который под собой не имеет какого-то там научного, наверное, обоснования. Но, в принципе, это бодрит, бодрит, да, какой-то резкий запах. Вот, ну, опять же, считаю, что это больше ритуал, который применяется многими спортсменами во всех странах мира. Понятно, во время чемпионата мира желтая пресса зарубежная там, пыталась какую-то тему помусолить еще, что там допинг, не допинг русский, опять же это придумали, но это бред, конечно, собачий, никакой это не допинг, просто такая старая традиция. Мне кажется, даже больше действительно это уже как вошло, ну, в другом, некоторые ребята просто не могут, как вот ритуал, опять же, но не больше. Действительно, у многих футболистов есть суеверия, у врачей тоже есть какие-то вещи, но лично у меня нет каких-то таких прям бронебойных суеверий. Ну, если я на поле работаю в костюме там, серого цвета, да, и учитывая, что наша серия длится, там, победная, длится уже несколько матчей, то я, думая об этом, костюм не меняю. Хотя давно хочется надеть уже там темно-синий костюм, но вот в сером как раз поэтому. То есть приметы какие-то есть, но опять же, они не какие-то ключевые. То есть если что-то, чего-то я не сделаю из того, что обычно делаю, то я не буду думать, ай, все пропало. По поводу примет есть у нас интересная история, когда мы перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Испании подъехали к самому входу, и надо было задом сдавать, автобус должен был задом сдавать. Ну, это сейчас считается, конечно, катастрофическая примета в футболе. Ну, вот, ничего, задом сдали, и сами знаете, игра закончилась даже успешно, поэтому рекомендую всем приметы не верить, и опять же, это больше как для самоуспокоения, но не более работает. Есть ребята, которые действительно боятся инъекций, внутримышечных инъекций, когда кровь из вены для анализа берется. Ну, опять же, то есть там не такой страх, что он прям человек сознание теряет. Хотя у нас тоже такие случаи изредка бывали, когда кровь из вены были для анализов. Но это такой рефлекс есть, который, то есть это физиологическое объяснение не имеет. Да? Это пульс резко урежается, там давление падает, человек может на какое-то время сознание потерять, ничего там страшного абсолютно нет. То есть проблема ее не существует, то есть это совсем единичный случай. Ну, ребята волю кулак собирают, терпят. Я, честно говоря, сам уколов дико боюсь и при любой возможности стараюсь избежать в исполнении себя любых инъекций внутримышечных, тем более внутривенных, честно скажу. Случаи, когда играют, ну, вегетарианец, опять же, там же целых несколько категорий есть. Если мы говорим о веганах, то есть ребят, которые не едят ни яйца, ни молочные продукты, ни рыбу, ни мясо, то я таких тоже ребят знаю. Кстати, есть в российском футболе два человека, оба немца. Опять же, надо понимать, что если диета спортсмена позволяет ему сохранять все необходимые минеральные вещества, микроэлементы, макроэлементы, все что угодно в должном количестве и функционал поддерживается, почему нет? Пусть будет вегетарианцем, веганом, кем угодно. Другой вопрос, что это очень сложно делать в обычных условиях, поэтому они все ребята пьют дополнительно растительное его происхождение, протеин, они следят за железом, восполняют его своевременно. То есть это такая достаточно, ну, надо озадачиться этим, надо об этом помнить, надо об этом думать. То есть это не так просто, как кажется, хотя если это позволяет диета сохранять функциональную готовность, почему нет? Никаких проблем нет. Я думаю, что как на любого другого человека, они влияют не очень хорошо. Почему? Потому что это все же утомление. Утомление для центральных анализаторов. Это рассеивается внимание, и это, конечно, негативно влияет на качество восстановления. Учитывая, что сон, полноценный сон ночной, ключевой фактор восстановления вообще спортивных достижений, то когда ты забираешь час, два, три от сна ночного,
в пользу компьютерных игр. Понятно, даже за счет этого компонента это точно не хорошо. Плюс часто ребята всем увлекаются, ну, в сборных сейчас этого нет. Ну, кто, я знаю, ректор увлекается, могут там ночь напролет в них играть. Это точно негативно влияет и влияет на травматизм и на выполнение технических действий, что ключевой параметр любого спортсмена. Ну, прямо перед выходом на матч я бы не рекомендовал никому пить снотворное. Вот, действительно, проблема нарушения сна в спорте, в футболе в частности, очень распространена, потому что матч поздно, много перелетов, принимая там кофеин, возбуждение после игр сохраняется какое-то, тяжело заснуть, это многие ребята жалуются. Но мы редко принимаем снотворные, чаще это, так сказать, соблюдение правил гигиены сна. То есть спать надо в темном помещении, на при удобной температуре комфортно, обычно это 18 градусов, подушки должны быть специальными, там, не слишком большими, при этом не слишком мягкими. То есть там есть определенные правила, ребята все об этом знают. Плюс мы используем продукты, богатые триптофаном и мелатонином. Это вишневый сок, тыквенные семечки, мясо индейка. То, что, кстати, УЕФА рекомендует, эти же продукты, богатые этими субстанциями. И справляемся с этим, иногда применяем, ну, мелатонин, да, там 36 миллиграммов. Тоже большую проблему там не видим, ребята пьют, спокойно спят. Ну, судороги вообще сейчас доказано, ну, сейчас давно доказано, на самом деле. Судороги возникают, когда происходит несоответствие между нагрузкой, которую человек испытывает, мышца испытывает, да, и ее, ну, скажем так, функциональным состоянием. Возникает спазм, судорога. Каких-то данных о том, что вот у нас бывает часто у ребят судороги какие-то возникают, а анализы у них великолепные. Магний, кальций, натрий, что угодно там у них нормально. И наоборот, бывает, что пониженный гипермин человек не испытывает. Но опять, считается, что продукты, которые богаты магнием, кальцием, калием, они помогают предотвратить судороги, спазмы. Есть ребята, некоторые, которым мы рекомендуем с этой проблемой. Мы рекомендуем пить солевые таблетки, которые содержат и калий, и натрий, и магний, да, и препараты кальция, и, ну, упор на магний и калий, конечно, да. И делать специальные упражнения в эксцентрическом режиме, готовить мышцы к работе в самом неприятном режиме, эксцентрическом. И вот эти ребята пьют, у них проблем становится гораздо меньше. Ну, я думаю, что это как раз комплекс факторов. И специальные упражнения, восстановление и прием вот этих микроэлементов. На моей практике в 2-2,5 часа все укладывались, хотя на самом деле действительно много. Инспектор допинг-контроля рассказывали, что один российский футболист не мог сдать в течение 9 часов. То есть никак, хоть умри, никак. Но обычно допинг-контролю справляемся в течение часа. Но изредка бывает, что задерживается до 2 часов, команда даже уезжает в аэропорт, и сразу после игры мы улетаем. И уже там, в аэропорту, ждем футболиста, который отдельно довозит на машине, потому что когда контроль затягивается. Но обычно, ну, полчаса-час, изредка до 2 часов, вот рекорд, мне сказали 9 часов. Стельки специальные есть, согревающие, клеятся на подошву, ну, с внутренней поверхности, да. А такие же, кстати, стельки есть на ладони, то есть никаких проблем не возникает. Вообще, можно такой старый способ, проверенный многими футболистами, надеваешь целлофановый пакет на ноги, сидишь потеплее. Ну, такой, на самом деле, проблем не бывает. Когда на поле выходит стелек согревающих, хватает с головой. Те, кто сидят на скамейке, те же стельки, те же целлофановые пакеты, можно укрыться пледом. То есть тоже, ну, на высоком уровне тоже таких проблем не возникает.